Ну что, друзья мои, скоро спать. У меня еще спуск вниз. Рис басмати, друзья мои, да. Вот такая маленькая мужская радость. Про эту феноменальную лампу я еще буду рассказывать. Это воплощенная философия. То, о чем я мечтал. Да, давай сразу к делу. Я тогда, когда уезжал, не доснимал про вот это. Это, друг мой, сборник всех рассказов великого американца Филиппа Дика. Всех рассказов. Я уже отсюда читнул один. Вот следующий. Видишь, как называется. То есть ты не берешь огромный роман, не читаешь там его несколько недель, а ты берешь буквально несколько страниц, и перед тобой открываются, понимаешь, космические технологии, космические реалии, а не все это поганое мракобесие. Ну, жизнь есть жизнь. Понятное дело, что все не могут быть умными. И все не могут быть гуманными. В общем, ладно, видео я выложил. Сейчас. Ой. Блин. А где моя скрипка? Ага. Сейчас надо поиграть немножко. А здесь у меня купила нарезной батончик. Вот теперь подсушиваю еще и батончик нарезной. Вот. В принципе, еще должны полежать, я так полагаю. Пару дней, и будет изумительно. Еще сок злой. Я же теперь пью томатный сок. Куплинов сказал, я сразу же изменил свое мнение о томатном соке. Раньше я его просто ненавидел, не понимал, как это можно пить. Он мне был отвратительный. А сейчас я понял, это благородный сок. И Куплинов прав, это единственный нормальный сок.